Раз, два, три, четыре, пять. Пересчитать по головам буквально как цыплят. Без этого не обходится ни одна репетиция. У хореографа Екатерины Катунцевой таких птенцов только в этой группе почти 20. А если считать все студии Центра современного искусства, то число воспитанников перевалит за 150. Студия танца «Ремикс», театр мод, группы электроданса, брейкданса и хип-хопа. Сегодня центру «Модерн Арт» уже 2 года. А начиналось все еще во время учебы, когда Екатерина руководила студенческим коллективом «Дива Дэнс». Никогда не думала, что у меня будут дети заниматься, тем более 100 человек, даже и в мыслях, и в планах. Думала, что пойду по профессии, но приняла участие в таком проекте, как «Серебряный конек», значит, и осталось после этого преподавать хореографию маленьким фигуристам, детям, и поняла, что заниматься с детьми мне очень нравится, это мое призвание. Она строга с детьми, но те ее все равно любят. Потому-то число желающих заниматься танцами все растет. На уроках малыши получают оценки, а по окончанию студии – аттестат. Катерина Юрьевна добрая, красивая и хорошо учит. Пока дети занимаются, родители дежурят в коридоре, иногда подглядывая за дверь. Что же за новое движение разучивают их малыши? Некоторые мамы признаются, даже немножко завидуют своим чадам. Вплоть до того, что даже я сама хотела, да, просто времени нету. Так я уже даже прям немножко занималась. Очень нравится. Сильный руководитель, преподаватель. Любовь к преподавателю разделяют и помощники Екатерины Юрьевны. В соседнем зале процессом репетиции руководит Иван Дмитриев. Сам в недавнем прошлом ученик педагога Катунцевой. Будучи студентом, пришел сюда в коллектив. Я был для всех Иван, Ванька. Но прошло какое-то время, я стал преподавать, и у меня появился статус как Иван Александрович. И появился он благодаря Кате. Потому что она воспитала во мне дисциплинированного человека. Станет ли Екатерина Катунцева человеком года, для нее самой вопрос второстепенный. Главное, что любимое дело развивается, и центр искусства не стоит на месте. Да и некогда думать о славе. На первом месте планы на будущее. Впереди городские и краевые фестивали в Находке, Большом Камне и Владивостоке. Анна Шереметьева, Александр Анисимов, Телемикс.